Ну вот и мои новые шпалеры. Шпалеры для роз и для клематисов. Я заказывала уже шпалерки летом у моей очень хорошей приятельницы Леночки. Под этим видео будет ссылочка на ее канал, где вы можете связаться с ней и заказать такие же чудесные, красивые, крепкие шпалеры для роз, клематисов, для вьющихся растений. Я уже заказывала, у меня где-то на канале есть видео про шпалерки, которые я до этого заказывала. Но я решила заказать еще беленькие и вот такие вот ромбики зеленые. Очень красивые ромбики. Они будут красиво так смотреться. По ним будут виться мои разные розочки, плетушечки. Я очень рада. Сделано очень качественно, очень красиво. Я очень рада, Леночка. Спасибо большое. Очень хорошая работа. И беленькие, и такие нарядные. Просто чудо. Леночка, спасибо отдельное за бабочек таких замечательных. Так все романтично, так все красиво. Ну что, я к весне готова. Не знаю, у нас на дворе осень. Еще впереди осень и зима. А я уже готова к весне, потому что в этом году у меня очень много посадок разных роз, и в том числе плетистых, и кламберов, и рамблеров, разных сортов. И клематисов я много купила новых. И вот у меня розочки с клематисами будут вот на таких замечательных шпалер от Леночки. Спасибо огромное, Лена. Все хорошо. Дошли все целенькие. Просто замечательно. Красота. Хорошая работа. Я очень рада. Ну и тут же, конечно, вот земелька. Я продолжаю посадку. На днях получу еще 4 посылки с розами. Ну что же, вот такой радостью хочу с вами поделиться. Новые шпалеры. Вот к таким прекрасным розочкам. Это розочка China Girls. Отличная такая красавица. Очень красивая роза. Вот здесь вот она в полном распуске, еще 2 бутона. Время еще есть у нас впереди, как минимум месяц теплый. Так что впереди еще цветение розочек. Это пиноваланж. Цветет. Ну, вот здесь вот императрица Фарах. Красавица. Садик потихонечку преображается. Вот здесь вот будут мои плетушки. Там сзади я взяла флорентину. Несколько сортов посадила. Вот как раз вот к этой флорентине я подсажу. И еще клематисы. И будут там как раз эти шпалерки замечательные. Ну вот так сегодня прошел дождик. Уже отцветает. Вот так вот прям совсем в полном-полном распуске отцветает Восточный экспресс, который все лето радовал. Много новых розочек. Ну и, конечно, на сегодня моя радость это шпалерки. Да, Кузя? Шпалерки у нас новые. Да, шпалерки. Да, Кузе тоже понравились. Всем понравились. Спасибо, Леночка. Отличные шпалеры.